Крутая штука цензура. В принципе, мы говорим, что цензуры нет. Но кто не согласен с действиями президента? Не пришедший кобыль хвост правительства и чумоватой думы может стать человеком с иностранными корнями. Конечно, ему колбасанут лицензию, а могут отказать в печати. Просто и легко. Но мы говорим о партии в оппозиции. Нет такой? А зря. Я не буду говорить о других, как и о первой, правительственной. Но кто противник повышения пенсий? Бредятины. Естественно, КПРФ. Честно, вы задушили бизнес весь. Вы сделали из нормальной страны жадное государство. КПРФ всегда была противником. Но так как в Думе в большинстве единороссы и примыкатели, то все цензурируемые каналы говорят, что Дума приняла полнейший отстой. Часть лучшая, часть для которой правильная жизнь народа, а это КПРФ. Против всегда. Есть у меня товарищ, и господином он не стал. Он говорит, что Зюганов куплен. Только чем? Своей дачей 110 и 120 квадратов? Низко ты ценишь нашего партийного лидера. К слову о том, что не идет во власть. Он умнее и не собирается обнулироваться. Всегда выбирает человека дело. Правда, потом этот человек страдает. Ну а как вы хотите? Клинтон, Обама, Трамп и Буш живут. А у нас оппоненты в попе. Я не говорю об отсутствии демократии как таковой в Америке. Но там, где демократия есть, бывших лидеров не уничтожают. Если мы говорим про демократию, так давайте следовать за демократией. А если нет, то нахрен эта Дума нужна? За практически 30 лет ни одного дельного закона не было принято. Ни одного! 15 лет назад в Магнитогорске было 2500 предпринимателей. Сейчас скотов 50, жадных до безумия. Настроили, так получаете. В Америке холодильники в два раза больше наших заполнены. Но американцы кушают не дома. Да ладно, мыши повешены, как у нас, в турецких холодильниках. Но они постоянно в ресторанах. Индия, любимая, я в ауте. Новые машины, все гуляют так, как нам уже давно и не снилось. Вы нас куда валите, а? Я не хочу. Я не для того живу, чтобы вернуться в 1993 год. А он, по сути, уже в 2021. Нет, хлопцы, такая дума мне не нужна. И прежде чем думать о наших военных, надо думать о себе и сыновьях с детьми. Мы были, но зачем возвращаться? Я думаю, что даже соображая примерно как я, вам необходимо вспомнить, что критика для власти, а это КПРФ. Может, будем думать о большей части в Думе от КПРФ? И поверьте, закон что дышло. Куда повернул, то и вышло. Законы меняются, что и сделал Байден.